пятницу в Рио губернатор региона посетил предприятие «Строммашина», одно из крупнейших производств региона. Завод – ведущий производитель оборудования и оснастки для строительной индустрии. Здесь проводятся практически все виды работ машиностроительного комплекса – от чугунолитейной до сборочной и покрасочной. Сейчас на предприятии работает более 900 человек. При том, что оно только наращивает мощности и расширяется. Ему требуются новые кадры. Зарплата на предприятии составляет в среднем 25 тысяч рублей. Для нашего региона неплохо. Павел Коньков увиденным остался доволен и даже поностальгировал о своем заводском прошлом. Я вот 12 лет отработал на заводе, поэтому посещение завода для меня это всегда такое ностальгически приятное действие. А завод «Строммашина» сегодня производит очень хорошее впечатление. Одно из крупнейших предприятий, предприятие, которое наращивает в условиях непростых экономических объемов производства, предприятие, которое держит достаточно высокий уровень заработной платы, и, что очень важно, они не останавливаются в режиме реконструкции, то есть имеют все более и более дальние планы.